Ребята, всем привет, с вами Александр, и продолжаем вторую серию, посвященную усилениям, да. И вот, в общем-то, у нас такая штука появилась, закладка в центре, как там, в гостевом центре, как это называется, здание, короче, там, где у нас были раньше только динозавры, и достижения. Теперь у нас появилась еще третья закладка, это усиления. Здесь мы можем про них, про каждого типа почитать. То есть у меня всего лишь есть 5 из 16. У нас всего лишь есть 16 разных видов. Так, живучесть. При получении смертельного урона существо выживает и сохраняет 1 очко здоровья. То есть это как ледяной камень, да, в легендах Дракономании. Типа того. Но опять же, блин, она как-то не... Если она будет работать так же, как вот эта байда непонятная. Даже если атака вашего существа заблокирована, то есть щит... Проходит 40% урона. Но она нифига не проходит. Мы это с вами проверили в прошлой серии. Да, ну и отсюда есть кнопочка перехода в вольер. О! А, вот это вот тот шаровый набор, который мне обещали, да? Воровство. Копирует показатели атаки и здоровья противника. Вот это прикольно. Можно взять любое слабое существо, скопировать усиление, и будет прикольно. Крадет мод противника и действует один раз. Так, а сколько мне таких пакетиков дадут? 5 штук? Или 3? Ну, до прохождения первых двух турниров вообще сюда не пускала. А теперь выберите раптора и редкость, и получите парочку новых модов. Так я как-то не особо помню. Тут можно за обычное бабло покупать, да? А, ну так, за обычное бабло можно покупать. Ну, понятно, здесь они типа послабее здесь. Не такие крутые. Ну, давайте сейчас понемножку их покрутим. И растет цена, да. Давайте теперь Чарли. Смотрите, почему-то Чарли за бабло нету. Блю есть, Дельта есть. Эхо есть. Ну, давайте 600 заплатим. Редкие моды. Берсерк. процентов. Так, что тут у нас здесь? Эхо, давай, что ты нам дашь? Снижение. Так, а редкий набор. Вмешательство. Ну, такое себе. Давайте еще один. Ну, теперь, по крайней мере, есть куда еду девать. Лишнюю. Когда она собирается там максимум. Ну, тут за баксы тоже надо попробовать. Ну, на самом деле, я считаю, что нужно было те усиления, которые у тебя есть, один к одному обменять на их аналоги, а не так, как они сделали. Ну, по крайней мере, теперь хотя бы этих усилений, которые покупаются за монетки, у меня будет бесконечно много. Потому что я по 100 миллионов могу собирать каждых несколько часов. Так, что здесь? Это не то... Не то. Ну вот, сойдет. Баксы тоже пойдет. Так, ну а здесь все монеты. Монеты неинтересно. Здесь монеты, баксы. Так, еду я собрал. Задание поставил. Отлично. Так, борьба за моды. Бесплатная пока что еще. Кровотечение, ну вообще содрали с Jurassic World Alive.
Так, а как ты работаешь? В течение 3 ходов в конце хода владельца наносит 40% урона от его атаки. То есть, будет 100-120, да, примерно, терять он за каждый ход. Ну, это не такое страшное кровотечение, какое есть в Элайве. Ну, давайте смотреть. Надо атаковать сразу же. А почему 100? Маловато как-то. Прикольная картинка. Ну и все. Прикольно. 16 разных усилений. Идем дальше. Воровство. Крадет мод противника. А у противника кровотечение. Ну да, это если у противника есть какой-то сильный мод, то можно сэкономить свой мод, взяв такой. Ну, если он у вас есть. Ух ты, два анкелоса. Анкелодока. Забавно. Так, это где-то 200. 200 он должен терять. 1400. Ну да, 240. Ну, похоже на правду. Но гаденыш, он выживет на следующий ход. Может посидеть в обороне? Ха, прикольно, он меня пробил. Я хотел... Давайте сейчас я покажу, что я хотел. Я хотел просто дождаться, пока он умрет от кровотечения. Да, я понял, понял, понял. У него 3 балла. Ну вот он пытался нас только что пробить. А если я вот так вот сделаю? На один ударе поставлю защиту, он окочурится. Это даже счетчик должен обновиться. Да? 3. Да, снова 3. Так, ну давай атакуй. И умри. Я вот это хотел сделать. Та-дам! Фокус-покус. Так, битва номер следующая. Это что такое? Дает одно очко действия за каждое павшее существо в команде. Кровотечение. Ну, помчались. Но если он подменится, кровотечение не работает, правильно? Так, у него существа просто повышают здоровье. А у меня кровотечение, можно атаковать. Я его за 2 удара, по идее, должен пробивать. С кровотечением.
И, в принципе, мне нужно что сейчас? Тогда, в принципе, мне топиелозавры можно сейчас проатаковать. Он получит кровотечение. А там, в принципе, мне по барабану. Я его добью Рексом. Ну, кровотечение же не должно исчезнуть, когда умрет Капразух. Или исчезнет. Много вопросов непонятных пока что. Ну, давай, атакуй на 2. Смотрите, всего лишь на 1. Так, ну я тогда не буду его добивать. Я лучше баллы насобираю. Пусть кровоточит. Мало очень, 72. Ну, слабый удар у Капразуха. Так, ну я его добью. Тогда даже если мои удары попадут в щит, кровотечение должно ему попасть. Тоже вопрос непонятный. Ну понятно, с каждым ударом так кровотечение обновляется, но если все удары попали бы в щит, оно бы попало или нет? Непонятно, что он делает, почему он не атакует. Ну, давай, на 6. Уже 100% пробиваешь. Молодец. Так, а прозевал, как баллы мне эти насчитали. А, вот сейчас должны насчитать. Одно умерло. Плюс 1, когда будет? Или он был, я так что прозевал его. Пробивает меня. Ну, если бы захотел. Так, где мой плюс 1 балл? Я его жду, жду. Ну, было же. Я убил еще одно существо. Где мои баллы? Чё-то я не вкуриваю, как эта штука работает. Где моих были 2 балла? Или... А, за мое павшее существо в команде. Опять же, непонятно, в чьей команде противников, в моей команде. Ну, короче, я не заметил, когда мне балл этот насчитался. Он выжил? Блин, ну, слава богу, кровотечение. Я вообще не рассчитывал, что он выживет. Кровотечение добило. А то было бы обидно. Так, супер редкий набор. Вы открыли новый этап эксперимента, глава 4. Так, ну это будут, ребятки, в следующей серии. Это что-то у меня нос совсем не дышит. Пошел, закапаю. Всем пока.